А накануне глава администрации обсудила предстоящие праздники с руководителем местного отделения межрегионального общественного движения «В защиту человека труда» Владиславом Камышом. Этот праздник играет для общественников особо важную роль, поэтому план мероприятий был составлен задолго до начала праздника. 1 мая мы выходим, наше движение под нашими лозунгами, приглашаем всех жителей, всех работников. Будет шествие, будет у нас украшен автобус под защиту человека труда.